В мэрии Сургута состоялось награждение самых инициативных горожан. Это получатели грантов на реализацию общественно значимых идей. В рамках проекта «Бюджет Сургута онлайн», стартовавшим в 2017 году, каждый житель муниципалитета мог представить свое видение благоустройства городских локаций и решения других важных вопросов. Для обсуждения и оценки инициатив создали Народный совет, в который вошли представители различных сфер деятельности. За минувшие 5 лет на рассмотрение было вынесено более 150 предложений. 33 проекта получили гранты на реализацию. Именно через ваши решения, через ваши инициативы, наверное, максимально мы будем весь бюджет так организовываться, без помощи. В идеале так не получится, но когда мы с вами совместно реализуем проект, это, по крайней мере, мы по-настоящему попадаем в ожидания. Надеюсь, что эта работа будет продолжена, но очень вас прошу эту энергию не растерять, и не стараемся быть вам надежной опорой ваших инициатив. Спасибо большое за взаимодействие. Надеюсь, что идеи очень много интересного. Благодаря идеям неравнодушных граждан в Сургуте появились новые скверы, спортивные объекты. В рамках одобренного в ходе общественного обсуждения проекта «Музей под открытым небом» стены ряда зданий украсили оригинальные граффити. В 2019-м получила поддержку инициатива создания центра для размещения бездомных животных «Переправа». На средства гранта для четвероногих беспризорных приобрели будки и вольеры. И за время существования приюта многим его обитателям удалось найти новые семьи и заботливых хозяев. Сургутская практика инициативного бюджетирования получила высокую оценку правительства Югры. В общей сложности из казны округа Сургут получил на реализацию идей общественников развития города гранты на сумму более 15 миллионов рублей. Благодарственных писем, которые вручал глава Андрей Филатов, удостоены 18 человек. Участники церемонии подчеркивали, этот успех достигнут совместными усилиями чиновников и общественников. Без работы наших коллег, представителей администрации города и департамента финансов, нам бы не удалось освоить каждую строчку этих текстов, этих предложений. И это мы делали совместно, за что большая благодарность и спасибо большое.